السلام عليكم يا شيخنا، ممكن تذكرون لنا شيء من فضائل تعليم سورة الفاتحة؟ عندنا مشروع يتخصص في تعليم سورة الفاتحة للعوام، فأردنا أن نبين للأساتذة الذين يعملون ويتعاونون معنا فضل تعليم هذه السورة العظيمة أو شيء من فضائلها. أحسن الله عليكم وبارك الله فيكم. Хвала Аллаху Господу миров, а затем. Нет сомнения в том, что каждое доказательство из Корана и Сунны указывает на достоинство обучения и преподавания. И тем более сюда входит обучение и преподавание книги Аллаха, Свят Он и Велик. Подобно словам Всевышнего Аллаха, Аллах возвышает по степеням тех из вас, кто уверовал, и тех, кому даровано знание. Воистину, это доказательство, указывающее на достоинство знания, обучения и преподавания. И прежде всего сюда входит тот, кто обучает людей книге Аллаха, Свят Он и Велик. А также подобно словам пророка, саллиллаху алейхи вассалям, которые приводятся в сахихе имама Аль-Бухари со слов Усмана, да будет доволен им Аллах, лучшие из вас — это те, кто обучился Корану и обучает ему других. Поэтому каждый аят или хадис, который указывает на достоинство знания, обучения и преподавания, в первую очередь под них попадает обучающий Корану, потому что самое великое из того, что может изучать и преподавать человек, это книга Аллаха Всевышнего. Также каждое доказательство, указывающее на достоинство призыва к благому, закладывание благих традиций и указание людям прямого пути Аллаха, Свят Он и Велик, в него также входит прежде всего обучающий Корану. Подобно словам пророка, саллиллаху алейхи вассалям, тому, кто указал на благо, полагается такая же награда, как и тому, кто совершил его. А также подобно его, саллиллаху алейхи вассалям, словам, тот, кто положил начало какому-нибудь хорошему обычаю в исламе, получит награду за это, а также награду тех, кто станет придерживаться этого обычая после него. Их награда не уменьшится ни насколько. А также подобно словам пророка, саллиллаху алейхи вассалям, тот, кто призвал к верному руководству, получит награду за это подобную награде тех, кто последует за ним. Их награда не уменьшится ни насколько. А также другие доказательства, указывающие на достоинство обучения, знания, преподавания, призыва к благому, указания на истину и наставление людей на самый прямой путь. Во все это, мои братья, да окажет содействие вам Аллах, прежде всего входит обучающий Корану. А если обучающий Корану входит во все эти дела прежде всего, то обучающий суре Аль-Фатиха в особенности также входит сюда прежде всего. Воистину, самое великое из того, что повторяет человек и что чаще всего повторяется у него на языке во время его обязательных, желательных и других молитв, это сура Аль-Фатиха. Поэтому, если человек взял на себя ответственность обучения других людей чтению суры Аль-Фатиха и стремится к тому, чтобы они заучивали ее с его помощью, то нет сомнения, что каждый раз, как обучающийся будет читать суру Аль-Фатиха, где бы он ни находился, будь это в обязательной молитве или нет, награду за это также будет получать обучивший его этому. Также, если обучающийся прочитает ее в желательной молитве, то обучивший его этому получит за это награду. Особенно если учесть все то продолжительное время, в течение которого обучающийся будет читать суру Аль-Фатиха в своих молитвах и не в молитвах. Все это время не будет переставать записываться награда на обучившего его ей, будь он живым или мертвым, и так до бесконечности. Потому что этот обучившийся ей, возможно, затем обучит ей своих детей. И поэтому награда первого обучившегося, а также второго, попадет в награду, благие дела и свитки первого обучившего. И если таким образом обучились ей братья, а затем обучили ей своих детей, а те своих, и так продолжается до бесконечности, пока не наступит судный день, то все это засчитывается в счет благих дел, а также записывается в свитке первого человека, обучившего ей. Огромное благо тому, кому Аллах оказал содействие в этом деле, указал ему на него и облегчил ему это. Воистину, клянусь Аллахом, этот человек с помощью этого дела выстроит для себя свою последнюю жизнь таким образом, что, возможно, у него будут такие свитки с деяниями, которые сделают обязательным для него, чтобы перед ним распахнулись все 8 врат рая, а также сделают обязательным для него довольство Аллаха, Свят Он и Велик, а также сделают обязательным для него, чтобы он оказался по соседству с пророком, алейхиссалату вассалям. Поэтому является обязательным для того, у кого появилась возможность совершить это дело, чтобы он не превозносился над ним, и чтобы он не пренебрегал им, и не считал его ничтожным и малозначительным, так как это дело скрывает за собой такие награды, воздаяния, блага и баракат,
о подробностях которых не знает никто, кроме Аллаха, Свят Он и Велик. Я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Он оказал мне содействие для участия в подобном. Аллаху ведомо лучше.